Здравствуйте, уважаемые инвесторы, партнеры и зрители новостного канала Skyway Capital. Меня зовут Дарья, и вы смотрите видео-дайджест новостей от Skyway, где мы подробно рассказываем обо всех важных событиях и достижениях группы компаний Skyway и Skyway Capital. Какими же событиями нам запомнилась прошедшая неделя, узнаем прямо сейчас. Смотрите сегодня в выпуске. Студенты Уральского федерального университета и Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета второй год подряд пишут научные работы о струнном транспорте. Его высочеству шейху Султану бин Мухаммад Аль-Касими продемонстрировали работу тропического юникара в испытательном центре Skyway в Шардже. 4 года назад на месте бывшего танкового полигона заложили памятный знак «Нулевой километр». Рассказываем, чего добился проект Skyway за это время. На телевидении Объединенных Арабских Эмиратов вышли первые репортажи о посещении шейхом Шарджи инновационного центра Skyway. А теперь поговорим об этих событиях более подробно. Студенты Уральского федерального университета и Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета второй год подряд пишут дипломные и магистерские работы на темы, связанные с перспективами интеграции в городскую среду транспортно-инфраструктурных комплексов Skyway. Эти работы показывают заинтересованность в развитии технологий струнного транспорта и поддержку новых идей со стороны молодых ученых, а также помогают лучше познакомиться с преимуществами, которые дает внедрение инноваций. ЗАО «Струнные технологии» успешно сотрудничает с рядом российских и европейских вузов и американским университетом Шарджи. Цель этой работы – дальнейшее развитие и массовое внедрение Skyway по всему миру, а также обучение необходимых для этого специалистов. 26 октября эмир Шарджи Султан бин Мухаммад Аль-Касими посетил научно-исследовательский парк Шарджи и благословил начало эксплуатации струнного транспорта Skyway в Шарджи. На встрече присутствовали основатель проекта Skyway Анатолий Юницкий, главный исполнительный директор парка Шарджи Хусейн Аль-Махмуди и несколько крупных чиновников – доктор Энкрашид Али, председатель управления электроэнергетики и водоснабжения Шарджи Абдулла Салем Аль-Тарифи, председатель фонда социального страхования Шарджи и другие. Гостям показали проект будущего парка и продемонстрировали функционирующую модель тропического струнного транспорта, адаптированного для климатических условий Ближнего Востока. 4 года назад, в октябре, на месте бывшего танкового полигона заложили памятный знак «Нулевой километр». С этого места началась история экотехнопарка Skyway, центра демонстрации, испытаний и сертификации инновационных разработок технологий струнного транспорта. Памятный знак представляет собой декоративную композицию, отлитую в бронзе. Дизайнеры ЗАО «Струнные технологии» разработали более десятка эскизов, из которых сами инвесторы выбирали лучший вариант. Памятный знак заложили практически в чистом поле. За 4 года экотехнопарк совершенно изменился. Информационная служба Skyway подготовила специальное видео, приуроченное к этому памятному событию. Посмотреть видео вы можете на нашем сайте в разделе «Новости» или на нашем канале Vimeo. На телеканалах Шарджа 24 и Шарджа ТВ вышли первые репортажи о том, как его высочество эмир Шарджа Султан бин Мухаммад Аль-Касими посетил научно-исследовательский парк Шарджа и благословил начало эксплуатации струнного транспорта Skyway в Шарджа. В репортаже «Шарджа-24» основатель проекта Skyway Анатолий Юницкий рассказал о том, что проекты Skyway в Объединенных Арабских Эмиратах реализует специально созданная компания Skyway Green Tech. Это связано с тем, что на территории инновационного центра Skyway в Шардже будут разрабатываться не только струнный транспорт, но и другие зеленые технологии, например, связанные с солнечной энергетикой. Ссылки на репортажи о Skyway вы можете найти на нашем сайте в разделе «Новости». Это были все главные новости на этой неделе. Мы будем и дальше следить за развитием ключевых событий и делиться ими с вами. Смотрите нас на YouTube и Vimeo каналах, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях и помните, что Skyway – это наше будущее уже сегодня. На этом я с вами прощаюсь. С вами была Дарья. До встречи на следующей неделе.